Совсем скоро на телеканале ТВ-центр состоится премьера сериала «Взгляд русалки». Эта картина снята по роману Юлии Лавряшиной. По сюжету, однажды обжегшись на молоке и подло обманутый любимым человеком, один из лучших оперативников убойного отдела Костя Логов старательно дует на воду и в мыслях не допуская возможность завязать еще с кем-нибудь близкие отношения. Зато ничто не отвлекает мужчину от работы, а поскольку он умен и чует след злодеев, не хуже ищейки, все сложные расследования начальство с чувством глубокого удовлетворения скидывает на него, несмотря на сложности и частенько подступающие депрессии. Показатели раскрываемости у героя отменные, однако приходит день, и офицер сталкивается с настоящей загадкой, а точнее сразу с несколькими. Дело в том, что в населенном пункте начинают происходить жестокие преступления, причем не совсем понятно, человек тут поработал или зверь. Житель все чаще заговаривает о хищных русалках, а герой начинает подозревать милую девушку Оксану, которой неравнодушен. Главные роли в картине исполнили Василий Бриченко, Григорий Пахомов, Валерия Платонова, Валентина Муравская, Сергей Иванюк и другие. Премьера сериала «Взгляд русалки» состоится уже 26 октября. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.